С 23 по 26 марта 2011 года в Международном выставочном центре Крокус Экспо прошла 4-я международная выставка «Дом и сад. Moscow Garden Show». Мы начинали 7 лет назад. При, конечно, основной поддержке это издательство «Красивые дома». То есть все эти выставки проходят с аналогичными тематиками в журналах. Есть журнал «Дом и сад», есть выставка «Дом и сад». Все это дает очень хорошие результаты, и наши проекты динамично развиваются. Как сказал один английский ландшафтный дизайнер, который у нас выступал несколько лет назад, что такое сад для человека? Это рай на земле. Вот с этой философией мы и работаем. Цель выставочного проекта – создание делового и информационного пространства для профессионалов и любителей ландшафтного искусства. Мы представляем три основных бренда – шведские компании KWA, Brafab, Ed и Freeform. Бренд КВА представляет комплект Джессика, мебель из искусственного ротанга Виктория Сантана. Концерн Brafab представляет новые павильоны Гавана. Компания Freeform – эксклюзивная мебель представительского уровня. В 2011 году более 90 компаний, ландшафтных бюро и индивидуальных дизайнеров из России и стран Европы представили на выставке свои новые разработки. Сегодня здесь, в России, мы продолжаем успешное сотрудничество с компанией «Шведская линия». Мы видим огромный потенциал российского рынка, и он продолжает все больше расширяться. Концепция мероприятия выходит за рамки привычного понимания сада, демонстрируя комплексный подход к проектированию, озеленению, благоустройству ландшафта и загородного участка. Для специалистов предусмотрена уникальная деловая программа – конференция «Модные тенденции в ландшафтном дизайне». Ежегодно организаторы приглашают на конференцию известного ландшафтного архитектора из Великобритании, который наряду с докладчиками из России проводит серию мастер-классов на тему ландшафтного проектирования, дизайна, подбора растений и построения садового бизнеса. В 2011 году гостем выставки стал Джон Брукс, знаменитый ландшафтный дизайнер из Великобритании. Общее впечатление от выставки очень положительное. Мне показались интересными идеи концептуальных садов, посвященных знаменитостям. Это что-то новое для меня. Все сады такие разные, сравнивать их очень сложно. Здесь много необычных садов. Я неоднократно создавал сады для выставки в Челси. О многих увиденных здесь идеях я бы с удовольствием рассказал своим английским коллегам. А разве это не то, для чего мы, собственно, и создаем выставки? Какие идеи я смогу, увидев здесь, привнести в свой собственный сад? Выставку дополнил традиционно проводимый конкурс «Мода на ландшафт. Сад для звезды», на котором были представлены ландшафтные проекты и готовые выставочные сады, посвященные знаменитостям. Авторы самых интересных проектов получили награды из рук звезд. Выставка «Дом и сад. Moscow Garden Show» – это уникальная возможность для налаживания деловых контактов, обмена опытом в сфере ландшафтного дизайна и производства сопутствующих товаров, а также для установки новых деловых отношений. Возможность получить представление о последних тенденциях ландшафтного дизайна и садоводства, а также технических новинках. У нас на стенде представлена продукция фирмы Honda, одна из самых надежных техник, которые сейчас есть на рынке. Honda выпустила в этом году новые генераторы, новые косилки улучшенные, модифицированные, культиваторы. Мы представляем полную линейку техники, начиная от газонокосилок, заканчивая лодочными моторами, генераторами и так далее. Основные тематические направления выставки «Дом и сад. Moscow Garden Show» – это ландшафтный дизайн, проектирование, озеленение благоустройства участка, посадочный материал, малые архитектурные формы, аквадизайн, средства по уходу и защите растений, садовая мебель, садовая техника, цветы, декор, барбекю. Оформляем интерьеры именно в деревенском стиле. Это набирает популярность и не только в загородном доме, но и в интерьере, в городской квартире тоже. Об успешности проекта свидетельствует статистика 2011 года. Мероприятие посетило свыше 22 тысяч человек из 20 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. В процессе подготовки «Дом и сад. Moscow Garden Show» приглашение для посещения выставки получили более 2000 специалистов отрасли.
Начиная с 2004 года издательство «Красивые дома пресс» сразу стало анонсировать все те наши выставочные проекты. Сотрудничество, оно развивается. Мы используем весь свой огромный медиаресурс, бесплатные пригласительные билеты на выставку. Мы пишем статьи, мы даем анонсирующую хорошую рекламу, рекламные модули. 70% посетителей, которых вы сегодня здесь видите, это благодаря нашим медиаресурсам. Медиа-выставочный холдинг «Красивые дома» World Expo Group приглашает вас посетить выставку с 15 по 18 марта в Крокус-Экспо.